Хочу вас, уважаемые зрители, познакомить с работой нашего Дворца культуры. Дворец культуры имени Саид Галеева расположен в поселке Дербышки. Большое количество творческих коллективов, самых разных, направленные на самый разный возраст. Сейчас здесь для вас выступают детские творческие коллективы нашего дворца, а также успешно работают в нашем ДК творческие взрослые коллективы. Это татарский и русский театр. Потом у нас есть народный ансамбль танца «Салават Купыре», народный хор «Русская песня» и татарский народный ансамбль «Геллер». Также у нас есть русский драматический театр, ну не русский драматический, народный русский театр. Все эти коллективы хорошо известны в республике и их часто можно встретить на разных площадках нашего города. Активно развивается проект «Жизнелюб». Поэтому, если вам скучно, вам не всегда есть чем заняться дома, приезжайте к нам, у нас вы можете заниматься танцами, рукоделием, заниматься театром, выступать на больших площадках –